Здравствуйте, приветствуем вас на нашем канале. Посмотрите, какие интересные парусы на этих миниатюрных яхтах. А посмотрите в сравнении большая яхта, как выглядит. Какая-то еще с алыми парусами нам. Чтобы немножко медленнее все делали. Да, ля-ля. Еще кракера хочешь? Да, сейчас мама еще. 5 минут назад я ей предложила. Хочешь? Да, хочешь такой десерт с лентилом, значит, с такой чечевицей. И что она мне сказала, что она не хочет. А сейчас она уже хочет. Ну что ж, прервемся на снэк. Англичане говорят, на перекус. Смотри, Настя, кораблик. Кораблик плывет, смотри. Видишь кораблик? Нет? Что-то уже выбросило, да? Снова что-то выбросило. Какое счастье! Да, мама сейчас даст тебе все. Минуту назад ты держала в ручках, выбрасывала с коляски, не хотела этого есть. И сейчас уже снова хочешь. Хорошо, Настя. Сейчас мама тебе все во всем поможет. Да, я знаю. Варень. Десер, десер, десер. Так, сейчас. Go, mommy, go. Уже, уже. Уже. Ой, большущий, смотри, большущий корабль. Say hello. Hello, ship. О, Анастасия открыла. Смотрите. Анастасия научилась открывать. Молодец. Самостоятельная какая. Молодец. Это какой-то Harbor Master. А, это значит охрана береговая. Ой, кораблик такой, это такой, скажем, ферри, который транспортирует не только людей, но и машин. Все-все разные виды транспорта. David, you're 9 in the morning.
что ты там выбросил? Али. Вау. А посмотрите, какой красивый парус, такой голубой. А там выплывает следующая яхта. Да. Один из самых моих любимых парусов. Женщина что смотрит? На цвет. А это такие вот оранжевые здесь паруса. Ну, может, много людей будет приходить смотреть. А, не очень много. Может, потому что это последний день. Уже кто хотел, за 7 дней насмотрелся. Это мы только такие поставшие. Какая красота. О, какой-то громкий. Это такой спектакль шип, который возит людей, показывает им. Да, который ездит между яхтами, чтобы людям было лучше видно, чтобы они могли фотографии получше сделать. Ну, Настя возмущалась, не захотела там идти, потому что не хотела оставлять на берегу свою драгоценную коляску. Там сказали, что лучше коляску оставить на берегу, потому что не слишком много места внутри. Но Настя же не оставит свою собственность нигде. Такой быстрый. Может, будет победителем? Очень быстро плывет. Да я знаю, что в эту сторону надо идти, Настя. Анастасия, нравятся тебе яхты? Скажи мне, моя красавица, нравится или нет? Ну, следующий объект отправляется. Такая большая-большая компания людей. Интересно, будут расправлять парус или нет? Чем замечателен этот, вот, эта яхта, что она побольше, чем некоторые из тех, которые мы смотрели, как расправляли парус. Давайте покажите, как вы расправляете парус. Вау. Какая красота. Разворачивается. Там капитан рулит, видите? Смотрите. Это же надо такие способности иметь и такие навыки, чтобы управлять таким громадным. А там два их. Там два руля. Настя
я поплыл. А сейчас хочу вам показать очень красивый парус здесь, такой зеленый. Отлично. Очень красивый. Ну и поплыл себе. Финиш. Давай, мама тебе поможет, может? Давай, мама тебе поможет. Какой красивый цвет, правда? Такой нежно-нежно зеленый. А посмотрите там. Такие красные с белым и синие с белым. Ну, возьми еще. Да, я очень долг. Смотрите. Окей. Какая красотища. Я думала, приедем здесь на полчаса и пойдем себе домой. А так человек бы смотрел, смотри, какой, как радуга парус, посмотрите. О, эти такие миниатюрные, тоже, которые, это значит, там, значит, была катер был, который плыл впереди, а за ним целая гряда таких вот салатовых маленьких яхт плыла. Давайте приближим его и посмотрим на них поближе. Настя здесь у нас решила. Настя. Настя. Да, выбросила его ты, Настя. Настя, Настя. Все сейчас даст. Да, мама даст тебе. Окей, Настя. Мама сейчас одной рукой тебе все достанет. Требовала тебе вот такие гречаные эти снэк. Давай, Настя. Еще обрисовала. Настя. Обрисовала себе леггинсы. Окей. Thank you.
Хорошо, Настя. Скажи. Настенька, скажи. Спасибо, что смотрели видео наше. Скажи пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем с вами дружить. Скажи пока.